Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов. Итак, Порошенко готовы поддержать почти 32,9% опрошенных. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко, 9,5% приверженцев. Третью – Сергей Тигибко, 5,1% желающих видеть его в президентском кресле. Михаила Добкина поддерживают 4,2% избирателей. Лидера КПУ Петра Симоненко – 4%. Анатолия Гриценко – 3,4%, Олега Лешко – 3,2% респондентов. Остальные кандидаты могут рассчитывать менее чем на 3% голосов. Опрос проводился рядом центров исследований с 9 по 16 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 и старше. Опрошено 6200 респондентов во всех регионах без участия населения Крыма.